«Тропа к генералу». Интерактивная игра под таким названием прошла сегодня в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Ее участниками стали ученики школ города. В ходе разнообразных испытаний они демонстрировали смекалку и эрудицию. Тема игры – Великая Отечественная война и деятельность Николая Федоровича Ватутина. За ходом борьбы наблюдала наша съемочная группа. Музейные экспонаты, исторические фотографии, панорама сражения Великой Отечественной. В такой обстановке проходила историческая интерактивная игра. Ребят из 41-й и 48-й белгородских школ разделили на две команды. На многих школьниках традиционная форма и детали военной одежды. Игра предполагает ваши знания по военной истории, знания жизненного и боевого пути Николая Федоровича Ватутина, знания нашей экспозиции нашего музея, в котором проходит эта игра. Игра состоит из четырех этапов. На первом ребята должны ответить на 24 вопроса по истории Второй мировой, используя музейную экспозицию. Второй этап прошел в формате брейн-ринга. После удара в гонг сидящие за столом участники должны быстро нажать на кнопку и дать правильный ответ на вопрос о жизни генерала Ватутина. Сейчас в музее совсем не музейная обстановка, потому что ребята шумят, потому что ребята бегают, потому что ребятам даже разрешено потрогать предметы, чего в обычной жизни совершенно запрещено. И, конечно, это тоже их значимость и то, что им доверяют, придает этой игре особое такое значение и смысл. Игра посвящена 70-летию Курской битвы и проходит в рамках региональной программы допризывной подготовки молодежи. Название «Тропа к генералу» выбрано не случайно, ведь чтобы выполнить многие игровые задания, ребята должны знать биографию генерала Николая Ватутина. Дети из школ-участниц были самыми активными посетителями музея-диорамы в прошлом учебном году. Так что игра – это подарок школьникам от музейных работников. Также по итогам интеллектуального соревнования команда «Зеленых», набравшая большее число баллов, получила памятные призы. Это, естественно, очень увлекательно еще раз окунуться в историю нашего Белгородского края, еще раз окунуться в историю Великой Отечественной войны, что-то вспомнить, что-то узнать новое. Все понравилось. Конечно, фурором сегодняшнего мероприятия стала викторина «Брейринг». Болели за нашу команду и выиграли. Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Я очень многое узнала о Ватутине, и мне очень хочется скорее поехать на родину своего земляка Ватутина. В интерактивной игре нет проигравших, ведь на родину героя в Валуйке поедут обе команды. Михаил Осадченко, Александр Подубный. К этому часу Белгород.